Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию в Москве. Пятилетняя дочь Татьяны Навки дала старт показу. Дефиле прошло в Кремлевском дворце. Сорока 4-летняя Татьяна Навка поддержала дочь на шоу. Олимпийская чемпионка гордится успехами своей дочери. Жена Дмитрия Пескова поделилась совместным фото с начинающей моделью в Инстаграм. «Ну какая же сладкая девочка», — написала дочь дизайнера Галина Юдашкина. Открыла показ. «Маленькая звезда». «Спасибо, Надюша», — прокомментировал сам Валентин. Надя Пескова появилась на показе вместе со взрослой моделью. Девочка уверенно двигалась в красивом платье с пышной юбкой, улыбаясь публике и демонстрируя свой наряд со всех сторон. Недавно Татьяна Навка похвасталась младшей дочерью. Фигуристка показала красавицу-маму, у которой не было ни одной пластической операции. Звезда и Светлана Бондарчук подшутили над Ольгой Слуцкер из-за ее груди.